Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами бегать по Урусу в игре Far Cry Primal. И сейчас нам необходимо помочь большому Да с его головой, что ли. Вот, отметим нашу точку и вперед. Заодно, надеюсь, нам тут попадется северная глина. Нам, конечно, необходимо ее подсобирать. Так, и я что-то не пойму, как же все-таки горшки эти изготавливать, глиняный горшок. Где их брать? Вообще не понимаю, вот ей-богу. Господи, там такая заваруха. И медведь. Следующий. Вали его, пока он всех наших не положил. Да, по-моему, положил всех наших, да? Так, берем зеленый лист. И хрен... Подождите, редкий? А кто это, как вы думаете? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кто это? У нас есть такое же? А, да, у нас такое есть уже, ну ладно. Приручим еще разок. Лишним, так сказать, не будет. Так, а вот насчет медведя я не помню. Вот такое у нас есть, нет? Мишка! Давай, давай, давай. По-моему, вот это и есть пещерный медведь. Ща, 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 ща. Да. Да. Отлично, приручили. Остается нам найти леопарда и редкого полосатого волка. Собственно, тогда у нас будут все животные приручены. Блин, да что здесь так много медведей-то? Так, ну это не глина, не северная глина. А нам нужно 20 штук ее, между прочим. Тоже немалое количество. Но понимаете, какая штука? Северная глина находится возле воды в основном. Ух ты. А где здесь? Здесь, значит, пещера есть, раз тут... О, вот она, по-моему. Видите, на мини-карте вот отмечена как раз-таки северная глина. Судя по всему, реально тут где-то пещера. Наверное, вот здесь вот вход в нее. Блин, с одной стороны, нам, конечно, нужно подсобирать. Давайте посмотрим хотя бы, где это находится все место. Во! Вот она, северная глина. И вода как раз. Может быть, нам и не придется туда. Прям туда. Плыть. Ну, хотя бы... Будем смотреть по количеству, да? Так. Коза. Блин, ну тут одни козы. Чё-то тут и глины-то немного той. Так, сколько мы? 3 получили. А, нет, я думаю, что насобираем сейчас. Вот так вот вдоль пробежимся. Да, пусть его бьет. Так. Кстати, иногда даже саблезубый тигр шкуры поднимает. То есть если... Опа-опа-опа. Давай сожри его уже. А то он достал за нами бегать. Так. Надо изготовить древесины. Только что-то я не могу понять, что за фигня.
Во, наконец-то. Так, стрел. Это все изготавливаем, потому что может пригодиться глиняный горшок. Где их брать? Может, их собирать надо, я не знаю. Так, еще один тигр. Тогда кусь. Кусь его. Да, тут, смотрите, пещера, по-моему, даже грот какой-то, да? Пещера холодной воды. Ах. Не люблю я это дело, лазить по пещерам. Но глину с вами мы не насобирали. А это значит, нужно нам пройтись по пещерке. Так? Да блин. Может так? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давай, залезай. Во, было ж только что. Только что можно было залезть. Странно, как-то он себя ведет. Так, ладно, сейчас попробую с разбега. Да, отлично, получилось таки пробраться. Так, вон она, северная глина это. Сейчас мы, наверное, возьмем вот так дубинку, подожжем. Только когда пройдем вот этот водопад, да? О, тут как раз рука дальше где-то. Ага, наверху. Так, ну забирайся же. Все. А, блин, вы смотрите, какая штука. Глина-то под водой находится, да? Так. Эй. Ну ладно. Допустим. Вылезем тут. Дальше что? Дальше надо искать где-то подъем наверх. И вижу там вдали. Так, залезай. Ну, отлично. Супер. Где-то вот здесь был подъем. Желтый лист, кстати, тоже пригодится. Тоже пригодится. Так, где лианы? Я видел лианы. Вот они. Ну вот они, дорогие. Я думаю, что отсюда как раз есть подъем наверх. Просто-напросто. Так. Это мы сейчас с вами к руке дальше, да, выйдем? Угу. Все так и есть. Супер. Тут нам нужно еще с вами раздобыть наскальный рисунок, если я не ошибаюсь. Исследовать его, и тогда эта пещера будет считаться пройденной. Если мы его сейчас найдем, то будет очень замечательно. По идее, это не должно составить какого-то труда. Так. Я что-то пока не допетрил. Можно вот здесь наверх? Или это вот как раз то и считается, да? А, ну да. Ох, ха-ха. Чуть вниз не ушуршало, а? Так. По-моему, нам сюда, да? Нет? Лед не растапливается? Да ладно. Это что за лед такой? По крайней мере, можно разбить его. О. И поехали. Оп. Так, куда-то мы тут
Занырнули. Надеюсь, это глина. Да. Это глина, друзья. Так, я ничего не понимаю, куда нам идти дальше. А, вон. Вот он рисунок. Собственно, по-моему, на этом все. Да? Надо осветить его. Изучаем рисунок. Тут мамонты нарисованы. Вот и все. Пещера считается пройденной. Давайте обыщем вот этот вот мешочек. Пустой. И тогда, наверное, мы переместимся отсюда. Обратно на вот эту, на вот этот костер. Так, супер. По-моему, мы уже можем с вами обновить пещеру для Да. Но прежде чем мы этим займемся, нам необходимо с вами выполнить его задание. В какую сторону только идти? Я что-то не пойму. Сюда. Все, сейчас, не задерживаясь, прямым ходом летим на это задание. Быстренько его выполняем и возвращаемся в нашу деревню. Наверняка будет какой-то... А, он же говорил, лагерь, да, там? Лагерь будет удом. Ну и чё, мы всех перебьем, как обычно. И спокойненько отыщем себе... Чё там нужна была? Костяная пыль для него, да? Так. Какая-то беда. По-моему, мы уже пришли на место. Приехали, так сказать. Оу. Оу. Это кто такие? Это ж еще не лагерь, да? А, так это еще и, блин, мирные, что ли, дружелюбные? Что-то я ни хрена не пойму. Нам вообще вот сюда. Вот здесь задание начинается. Костяная пыль, ну да. Да, смотрите-ка. Мы вообще где-то... Ох ты ж, ядрить, мадрить. Да хрена тут народа. Так, хорошо. Сейчас всех пометим. Хм. Мне вот интересен тот факт, доберется ли... О, он прям под нами. Вот, например, до этого доберется наш тигр? Да, запросто, смотрите-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то я сделал, по-моему, не так. Так, мужик. Давай мочи их. Так, вот этого надо. Да, все верно. Ой-ой-ой-ой-ой. Бегут прям к нам. Бегут прям к нам, ребятушки.
Господи, что это за точки? Найдите и заберите костяную пыль. Так, давай, загрызи его. Забей этого гаденыша. Не, слишком далеко. Не хочет. Ну ничего. Сейчас мы, так сказать, вернемся на исходную. Тут он хрюкает. Так, ну-ка, на, подъешь. Сейчас мы его подкормим. Да видите, какая беда. Я не знаю, как делать эти глиняные горшки. Я так понял, что в них загвоздка. Так бы мы все уже собрали. Так, где этот козел? Вот он, да? Мочи его. Мочи, козла. Ништяк. Я что-то не пойму, это вот шаманы бегают, что ли? Ну да, 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 это вот они самые. Так. Чё, больше никого нет, типа? Надо вот этого, конечно, убить. Просто, чтоб нас не палили. Будет обидно, если нас запалит какой-то гражданский мэн. Блин, ну вроде все. Найдите и заберите костяную пыль. Ну да. Что за звук? Хрюкающий. Токар зарычал внезапно. Ладно, спускаемся вниз. Ну, по идее, замерзнуть-то мы не могли, потому что у нас очень хорошо утепленные вещи. По максимуму это все дело прокачано. Я заблудился, куда выйти. Да, нам вот сюда. Ну, вроде бы всех положили, слушайте. Похоже, что вот здесь нам нужно что-то найти. Да. Северная глина. Костяная пыль. Все. Эй, дай выйти. Ну, сейчас мы поднимемся наверх. Нет? Не поднимемся. Выйдем вот так. Просто ножками. Отлично. Собираем красный лист. И... вот здесь заканчивается зона задания. Все. Мы сделали это. Задание «Костяная пыль» пройдено. Что ж, перемещаемся в наш лагерь. Там мы с вами сможем построить хижину для Да и заодно сдадим задание. Так, отлично. Давайте возьмем, наверное, из тайника все, что возможно, потому что я не помню, что там еще нужно было, но вроде все остальное у нас как бы вмещалось. Все. Идемте, потрещим с ним. Так. У нас, по-моему, хижина будет по максимуму прокачана, да? Ну да. Вот этот атрибут его мне не очень нравится. Ну что ж, теперь побеседуем с ним. Я найти тебе костяную пыль. Спасибо, Токар. Огонь в черепе скоро остыть. Теперь да отдыхать.
Это все? То есть вот так отдыхать, да? Стоя, да? Давайте-ка посмотрим по навыкам. Мы можем улучшить первобытное исцеление. При лечении восстанавливается на одну ячейку здоровья больше. Все способы лечения доступны в меню еды. Ну, пока воздержимся от этого. Пожалуй. Черт побери, как глиняные горшки создавать? Кто мне скажет? В изготовлении-то у нас тут ничего нету такого, нету. Я не знаю. Где их брать? О, вот откуда у нас 8 глиняных горшков теперь? Я, наверное, все-таки где-то их нахожу, да? Похоже на то, что где-то обыскиваешь что-то и находишь эти глиняные горшочки. В общем-то, на этом серию мы завершим. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока.